Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, проспект Ленина, 84. Давайте смотреть ассортименты, новинки вместе. И смотрите, какие нам привезли кружки. Кружка 400 мл, изготовлена из фарфора. Снаружи матовые, а внутри глянцевые. И 4 расцветки. Заставить. Магнит на холодильник. А в виде букетиков. Вот подсолнухи. Состав полирезин, изготовлен в Китае за 55 рублей. А также вот такие корзиночки. Корзиночка, шкатулочка, я так понимаю. Да. Для колечка. Ценника нет на них. А блокнот 80 листов, 14×21 в ассортименте. С подсолнухами тоже есть. Много различных расцветок, можно прийти и выбрать. Кошелек для монет 149 рублей. 4 расцветки. И очень много коробочек для подарков. Коробка 149 рублей, 20×15 и 6 сантиметров. И 20×15 и 8 сантиметров. Набор подарочный. Блокнот 80 листов и ручка. Вот есть с ананасом блокнотик. Набор подарочный, блокнот, зажим и ручка. $199. И альбом 20 листов, 149 рублей. Буквально вчера, по-моему, вышло видео, где я показывала этот бюст. И в составе сказала, что состав резина. Мне сказали, что это полирезин. Вот показываю. Состав резина. Появился у нас игровой набор «Слова». От 3 лет развиваем логическое мышление и память. 58 букв и 28 двухсторонних карточек. Английский алфавит. И стоимость 249 рублей. Может быть, здесь еще есть русский алфавит? Нет, только английский. А рисую по дереву. Деревянная раскраска. Увлекает, развивает, обучает. Много различных вариантов. Бегемотики, совята. Ребенок рисует, мама отдыхает от 5 лет. В наборе заготовка, краски 6 штук и кисть. Вот лицевая сторона и оборотная. Набор для творчества оригами. 14 фигур оригами. Внутри 14 листов, 2 однотонных листа и инструкция. Собери и раскрась. Тоже различные. 99 рублей. Машины металлические со звуком и светом. Смотрите, грузовые. Были у нас как-то все легковые автомобили, а это появились грузовые. Есть пожарная машина. Вот это вот я не знаю какая. Цемент возит, которая. Собери всю коллекцию. Вот какие здесь бывают машинки. И стоимость 249 рублей. Квадроцикл с пружинным механизмом от 3 лет. Уменьшенная реалистичная модель. Вот из этой серии в пятнышку появилась лопатка для блинов. Правильно, скоро же у нас масленица. Слушайте, правда хорошо, а я вилочкой снимаю. Напишите, кто чем снимает блинчики. Я вилочкой. Состав нейлон и полипропилен. Вот так, как вариант. Да, неплохая. Мне нравится. И вот лопатка. Лопатка от Kitchen. Состав нержавеющая сталь и полипропилен. Лопатка стоит 79 рублей. А лопатка для блинов
55. Ой, какой коврик зелененький. Даже не знаю, зелененький его назвать или желтенький. Для ванной коврик 67 на 37 сантиметров и стоимость 249 рублей. Изготовлен из ПВХ. Присосок нет. А хотя есть какие-то маленькие, да, есть, присутствуют присоски. Ополаскиватель для рта. Лечебные травы для десен и свежесть чая. Свежесть между чистками. 99 рублей 400 миллилитров от Colgate. И вот паста. А вернее набор. Набор для ухода за полостью рта. Серия премиум. А зубная паста плюс зубная щетка. Раскрывать не буду. И стоимость 99 рублей. Зубная щетка ультраделикатная, детская, плюс игрушка в ассортименте. Смотрите, в виде скрипки. Еще и куколка в подарок. Мягкая щетка. От 3 лет. За 55 рублей. Вот такой набор. Две зубные щетки. Colgate и древесный уголь. За 99 рублей. Трусы женские. Размер 48-50. 99 рублей. А, есть 54-56. Другая расцветка. Темненькая. 52-54. И состав 95 хлопок, 5 эластан. А эти понежнее, поменьше. Стоимость 79 рублей с кружевом и несколько расцветок. Появилась у нас ночная сорочка. Этот размер 52, но она выглядит прям большой. Состав 100% хлопок и производитель город Ульяновск. Стоимость 249 рублей. Размеры разные, так же, как и расцветки. 50-50 есть. 48, по-моему, есть, но пока не вижу. Пока вижу только 50. В общем, большие размеры. Мне кажется, даже от 50 и выше. Комнатные туфли. Как не подойду, постоянно что-то новое. Открытый мысок. Вот такие я не видела. Стоимость 249 рублей. Очень-очень мягенькие. Вот здесь с поролончиком. Здесь тоже такие приятные на ощупь. Цвет симпатичный. Размеры вижу 39-40. И меньше я не вижу. 39-40. Но они, наверное, еще маломерки. Ох, какие пришли цветы. А лилии. 75 сантиметров и стоимость 249 рублей на длинном стебле. Почему-то у них всегда два цветочка. Ладно, хоть еще вот один не раскрытый есть. Вот еще цвет какой. Жалко только, что две расцветки. Мне кажется, интереснее было бы, если была разная расцветка. И красный, и белый. Что у нас здесь для сада-огорода? Есть новое. Гумидар цветы. 55 рублей. Вот про это удобрение универсальное. Очень хорошие отзывы. Один раз в сезон применения. Без нитратов. Рассыпать по почве и вскопать. Мерная ложка внутри идет. За 199. О, лилии появились, да? Или это прошлогодние? Нет, появились. Вот. Розовые, оранжевые. У меня все цветочки, которые я брала, а я имею в виду лилии, все прекрасно растут. 59 рублей. Тюльпаны еще вот есть, смотрю. Может быть, были. Так, это гладиолусы. Сколько? Три. Три луковицы. Ой, против света, наверное, ничего не видно. А вот тюльпаны я не вижу. Ценник вижу, а самих тюльпанов нет. Наверное, все разобрали.
На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.